«Покатай меня, большая черепаха, самая большая в Африке». Геркулес может перемещать людей до 40 килограммов. Больше нет, буксует. Сам он весит под центнер, а возраст его за 80. Хотя по черепашьим меркам он еще совсем юнец. Она плавно очень ходит. Ну, удобно, мягенько. Даже как-то. И очень медленно. В контактном зоопарке более 100 животных. Их можно гладить, кормить, держать на руках. Звери и птицы приветливые и дружелюбные. Все они родились в неволе и с самых первых дней общаются с людьми. Попугай Марта попала сюда из цирка. Из-за хулиганского характера она часто срывала представления. Ведь кусаются, бросаются животные те, которые боятся. А если он знает, что мы не опасность, смысл нас обижать? То есть, вот, например, вот такой вот попугайчик спокойно может откусить пальчик. Но при всем при этом, вот видите, она знает, а чем мне делать больно? Мы же с ней друзья. Любимец малышей – ушастый ежик. Однако в природе он считается одним из самых жестоких животных. Прежде чем начать есть свою добычу, например, мышь, он даже не удосуживается ее убить. А вот страшные змеи, оказывается, спасают детей. Ой, она по мне ползет. Несмотря на то, что в России все очень боятся змей, и я, кстати, вот сейчас тоже ее немножко побаиваюсь, в Индии змей держат в качестве домашних животных. Дело в том, что там очень много обезьян, и когда дети маленькие остаются дома одни, обезьян может забежать в дом и утащить ребенка и съесть его. Но если дома находится змея, то ни одна обезьяна туда не заберется. Соответственно, в Индии очень уважают и любят этих животных. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События.